Большие города. Непрекращающееся развитие и рост. Города растут горизонтально и вертикально, все плотнее населяются. Процесс урбанизации так стремителен, что, кажется, города все ближе подбираются к пределам мечтаний. Однако все, что надежно укрыто от глаз тоннами земли, корневая система городов застряла глубоко в прошлом веке. Коммунальные ресурсы, не обновляющиеся столетиями, и устаревшие системы коммуникаций – наследство несуществующей уже страны. Это то, на чем держится современный мегаполис, то, к чему застройщики вынуждены привязывать свои объекты. Это сравнимо с красивым цветущим деревом, чьи корни давно и бесповоротно прогнили. Но если дерево погибает сразу, элитная высотка, подключенная к устаревшей системе коммуникаций, некоторое время может не подавать признаков гибели. Как продлить жизнь дереву? Бесполезно ухаживать за его стволом. Нужно лечить и обновлять его корни. Комплексные решения в сфере капитального строительства – это прочные корни любого объекта. Сажая дерево с уверенными сильными корнями, вы, как застройщики нового тысячелетия, дарите ему долгую прочную основу для жизни. Группа компаний «Роспроминжиниринг» – сильнейшие корни вашего объекта. «Роспроминжиниринг» – лидер в области комплексных решений инженерной инфраструктуры и капитального строительства. Группа компаний является основателем кластера ведущих проектных, строительных, производственных и технологических предприятий Свердловской области и УРФО. Все структурные подразделения «Роспроминжиниринг» составляют единую технологическую и организационную цепочку на всех стадиях проектного цикла – от разработки и технико-экономического обоснования проекта с привлечением источника финансирования для его реализации до последующего обслуживания созданной инфраструктуры. Это практический опыт инженерной подготовки, продвижения и внедрения строительных проектов, подкрепленный инновационными технологиями. Это гарант эффективных решений любых многофункциональных задач. В составе группы компаний «Роспроминжиниринг» действует проектный институт, конструкторское бюро, строительно-монтажное подразделение, сервисная служба, производственные площадки, техника и оборудование. В сфере профессиональной компетенции группы компаний – производство оборудования для водопроводно-канализационного хозяйства, насосных станций, очистных сооружений, станций водоподготовки, резервуаров и прочего. Комплексное решение вопросов автоматизации технологических процессов – проектирование, монтаж, производство оборудования, шкафов управления и так далее. Проектирование и строительство под ключ зданий и сооружений различного назначения – административно-бытового, жилого, производственного. Разработка и производство комплексов уничтожения отходов. Проектирование и монтаж систем наружного и внутреннего водоснабжения, канализации, электроснабжения, теплоснабжения. Департамент проектирования группы компаний выполняет функции проектно-инжиниринговой организации полного цикла и специализируется в области проектирования объектов инженерной инфраструктуры и капитального строительства. Группа компаний производит собственное оборудование систем водоснабжения и канализации, станции подготовки питьевой воды, емкости специального назначения любого объема в комплектном исполнении из различных материалов. Строительно-монтажное подразделение реализует проекты инженерных сетей и сооружений в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, хладоснабжения, дорожного строительства и благоустройства территорий, инженерной подготовки территорий. При вводе объекта в эксплуатацию «Роспроминжиниринг» проводит все необходимые тестирования, а также осуществляет пусконаладочные, сервисные и аварийные работы на выполненном объекте. Внедрение инновационных методов и технологий в проектировании и строительстве – только одно из направлений работы «Роспроминжиниринг». Экологический инжиниринг в сфере проектирования, производства и монтажа оборудования для очистки поверхностных и хозяйственно-бытовых сточных вод – второе приоритетное направление деятельности «Роспроминжиниринг». Еще одно революционное направление группы компаний – технология высокотемпературного сжигания «Киберинси», разработанная инженерами РПИ. Одна из новейших технологических разработок по утилизации промышленных и строительных отходов.
Третьей задачей Роспроминжиниринг является развитие инженерно-технического потенциала Свердловской области и УРФО, развитие производственных мощностей, создание рабочих мест и обучение высококвалифицированных специалистов. Это и есть крепкие корни мегаполиса. Роспроминжиниринг. В здоровом городе счастливые люди.